Продолжаем обзор звездной недвижимости. Всего за 28 миллионов долларов вы можете стать владельцем особняка Мадонны. Он расположен в одном из наиболее звездных районов мира – Беверли-Хиллз. Дом на 540 квадратных метров выполнен во французском загородном стиле, в нем насчитывается 3 спальни и 5 ванных комнат. На прилегающей территории расположены бассейн, теннисный корт, паркинг и разбитый сад. Хозяйке особняк обошелся в 12 миллионов долларов. Тех, кто хочет жить не просто в доме знаменитого человека, но и в здании с богатой историей, должно заинтересовать предложение Джека Николсона. За 15 миллионов долларов он готов расстаться с особняком 1895 года постройки. New Berry House. Здание внесено в Национальный реестр исторических мест США. Деревянный дом в викторианском стиле расположен в центре курортного города Аспен, штат Колорадо. Возле особняка находится природный заповедник и озеро. В самом доме есть 5 спален, 8 ванных комнат, столовая, гостиная с камином и кинозал. Выигрывает на этом деле актер неплохо, так как в свое время он выкупил усадьбу за сущие пустяки – 550 тысяч долларов. В июне список пополнился предложением от канадского актера Джима Керри, который за 14 миллионов выставил на продажу пляжный дом в Малибу. За время проживания звездного владельца недвижимость значительно подорожала. В 2002 году актер заплатил за нее 9 миллионов долларов. Дом как дом, 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная, столовая, кухня, несколько каминов и специальная семейная комната. Кроме того, в особняке есть 2 просторные террасы, одна из которых находится на крыше и оборудована джакузи. В комментариях к объявлению говорится о возможности заселения в особняк незамедлительно. Так что, если вам нужно срочно решить квартирный вопрос, позвоните Джиму, он все уладит. Немногим раньше по срокам особняк в фешенебельном районе Лос-Анджелеса выставила актриса Мэг Райан. При этом расстаться с домом она готова за 11 миллионов, что намного меньше суммы, которую Райан пыталась выручить за этот же дом 4 года назад. Сумма почти дошла до 20-миллионной отметки. Между тем, изначально особнячок обошелся актрисе в 8 миллионов. Случилось это аккурат на миллениум. Не сумев найти покупателя, кинодива в прошлом году сдала дом в аренду за 40 тысяч долларов в месяц. Двухэтажный особняк в испанском стиле был построен в 1931 году. Сменил многих хозяев, потом был серьезно реконструирован и теперь дает приют милым звездам. Есть в списке желанных мест и тихое семейное гнездышко. Принадлежит оно американской паре актеров Голди Хоун и Курту Расселу. Выставлен на продажу их пляжный дом, опять же, в Малибу, стоимостью в 11 миллионов долларов. Особняк был построен в 1978 году и значительно реконструирован в середине 2000-х. Внутри все очень скромно. 4 спальни, столько же ванных, кабинет, терраса, кинозал, бар и спортзал. Пара приобрела домик в 1989 году, однако уже через 6 лет у них появилось желание переехать. С тех пор особняк сдается в аренду, но покупателя он так и не нашел. Об остальных вкусных предложениях поведаем вам завтра.